чем Магілёўскай капэлі, Магілёў святкуе значныя музычныя даты разам з усім светам. Зараз гэта 220 гадоў з дня нараджэння знакамітага аўстрыйскага композитора Франца Шуберта. Я знакома с его произведениями и, соответственно, не могла пропустить такое мероприятие. Молодежь должна приучаться к такому мероприятию и посещать больше такие мероприятия, и должны устраиваться больше и чаще. Сирот глядачу и постоянные прихильники Могилевской капеллы и ты, кто пришел на классику у першиню. К этому надо вот прийти сначала, потому что, как я помню, я год назад не мог, я не понимал сначала классику, а вот совершенно недавно начал немного слушать, и это становится интересно. Народился Франц Шуберт у 1797 году у австрийской Вене. Его называют первым композитором-романтиком за напевных, вытонченных мелодий. Миновито он узнял песню, как это другосный жанр, на вышиню классики. Весь романтизм и прелесть музыки Шуберта и все разнообразие его стилей, а самое главное праздничного, любовного настроения, такое, которое и предшествовало, и последует после великолепных праздников. Наступная встреча с классикой совсем хутка. 2 соковика у Могилёв завитает давний сябра городской капеллы, дирижер и композитор из Венесуэлы Херардо Эстрада Мартинес. Разом с могилёвскими музыками маэстро выканае у тым лику и знакомитую симфонию номер 5 Бетховена. Татьяна Дмитриева, Андрей Чорный, Новини региона.